Такой вот необычный, старый тайник нашел американец в сарае, который приобрел недавно. В голове сразу мысли, что там старого образца доллары, или хотя бы драгоценные украшения, сейф-то все-таки достаточно надежный, и в таких раньше прятали что-то ценное. Ну, думает, заживу теперь. Только открыть бы. Сейф действительно оказался стойким. Пришлось разрезать болгаркой со специальными дорогими дисками. Обычные не брали. Но в итоге сами посмотрите, что там было. Приятного просмотра! Кстати, я подобрал для тебя лучший рыболовный магазин онлайн с доставкой. Если ты рыбак, не ленись, зайди в описание под видео, уверен, ты будешь удивлен такому разнообразию товаров для рыбалки.